Hello, друзья, с вами Стивпро, и сегодня я покажу вам TNT мод для Майнкрафта Workstation. После установки этого мода в вашем Майнкрафте появляется очень много разных TNT, которые сможете взорвать прямо в Майнкрафте Workstation. Ну что ж, для этого давайте возьмем такую же галочку, которая лежит у меня здесь, и начнем обзор этого мода. Ну вот такая у нас TNT появляется после установки этого мода, но ее взрыв довольно большой и отличается от взрыва обычного TNT. Это минер TNT, взрывается он, по идее взрывается он не очень сильно, но взрывается он до самого бедрога, и это можно видеть совершенно обычным взглядом, но в обычном мире. Но здесь мы это увидеть не можем. Дальше идет старт ТНТ, и после своего взрыва он оставляет еще большую кучу разных ТНТ, которые взрываются и оставляют после себя довольно большой взрыв. Это товер ТНТ, и после его взрыва появляется башня из настоящего динамита, которая взрывается довольно сильно. Ну, как видите, появился такой взрыв, но не совсем сильный, но все же появляется взрыв. И после взрыва этого ТНТ появляется вот такой домик. Но смысла в этом домике я не вижу, потому что в сундуках находятся двери, кровати и рельсы. Я не знаю, зачем нужен домик, но все же кому-то он может пригодиться. Дальше идет вот такой ТНТ. Это самый сильный ТНТ, поэтому не удивляйтесь лагом, который сейчас вы увидите на своих экранах. Да, все залагало, но взрыв просто очень большой. Да. Друзья, вот этот взрыв оставляет вот этот ТНТ. Но в обычном мире это просто выглядит великолепно. Да, это очень большой взрыв. Дальше идет ледниковая ТНТ, и после своего взрыва она оставляет вот столько льда. Ну, конечно, превращает все блоки в лед. Вот, это уже, как вы понимаете, водная ТНТ. И после своего взрыва она оставляет очень много воды. То есть вместо земли она делает настоящую воду. Вот такие клевые ТНТ появляются у нас после установки этого мода. Поэтому, наверное, этот мод заслуживает лайка. Да, очень классный мод был у нас сегодня. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.